рассказывают, что Сергей Павлович шепнул помощнику: вот этот, пожалуй, пойдет первым. Моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Внимание, минутная готовность. Минутная готовность.